Дорогие друзья, не поверите, но сейчас уже сколько существует данное обслуживание, там, как Новая Почта, не все знают, как пользоваться приложением или сайтом именно Новая Почта. Поэтому сегодня я вам расскажу, как использовать, как отслеживать посылку, как добавлять посылку и все, в принципе, самое интересное. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Вот, когда мы открываем приложение, мы видим то самое меню, когда мы можем отследить посылку. Нажимаем на плюсик, вбиваем наш номер накладной, либо номер декларации, как хотите называть, и вы можете посмотреть текущее состояние посылки. То ли она находится в отделении, то ли она в пути, то ли она уже в прибытии. Вы можете забрать. Также можете отследить по карте и увидеть все цены, сколько стоит, какая будет доставка, номер телефона отправителя. И, в принципе, все то, что вам будет понятно и необходимо. Все очень понятно, доступно, просто. Просто немножко нужно проявить внимание. С сайтом практически то же самое, ввели Новая Почта. Зашли на сайт, точно так же вбили номер накладной. И, в принципе, вы видите всю ту же информацию, только более в горизонтальном режиме, более развернуто. Что, если будут какие-то вопросы, что-то непонятно, это как раз именно для старичков. Видео, потому что много кто задается вопросом, непонятно, вот инструкция, как пользоваться, где скачать и так далее, все вот в принципе вот так вот. Будут вопросы, пишите, всегда рад ответить. Оставляйте мнение в комментариях, если у вас какие-то друзья, знакомые, которые тоже не понимают, как этим пользоваться, будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, скоро увидимся. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need.